Хей-хей, друзья! С вами Стив Про, и сегодня вместе с вами проведем битву между маленькими мобами в Майнкрафте Box Edition. И сегодня у нас будут участвовать маленькие големы и маленькие отбросы, и надеюсь, битва будет эпическая. Ну что ж, я уже заспавнил маленького голема, но выглядит он довольно печальным и почему-то грустным. Хотя они всегда такие, потому что улыбаться они не умеют. Ладно, что ж, да, я тебя пожалею. Сначала он будет бороться с тремя отбросами. Это довольно мало, но они такие же маленькие, как и он. И, друзья, наносят они урон намного меньше. И сам голем наносит урона тоже, собственно, меньше. Я не знаю, почему они начали прыгать как блохи, но они уже начали драться. И голем вроде бы немножко... Нет, друзья, смотрите. Он уже убивает. И он... Эйс. У него эйс, друзья. Он убил всю вражескую команду, да. Ладно. Собственно, его немного подлечим. Давай, давай, лечись. Если не ошибаюсь, то голод на него не действует. Голод вообще не действует ни на каких мобов. И, собственно, сейчас мы заспавним уже 5 штучек. И посмотрим, как он спавнится, справится с такой ордой. Так. Ну, они его бьют из угла в угол. И мне кажется, в скором времени он умрет. Хотя держится он довольно крепко. Но они очень маленькие, поэтому наблюдать за ними довольно сложно. Это как блошиный рынок, но... Или что-то в этом роде. Нет, друзья, все же мне кажется, он справится. Да, он справляется с этой кучей. И ура, ура, да. Ура, голем. Но теперь его ждет довольно большая участь, потому что сейчас мы заспавним 7 отбросов. И мы посмотрим, насколько он силен. Ух ты, я не знаю почему, но игра решила его наказать. Заспавнилась целая команда с броней. Да, друзья, ему сейчас вообще нехорошо. Я не знаю, почему заспавнилось так много отбросов с броней. Возможно, и вправду сама игра захотела наказать этого голема. Но, возможно, есть и такое. Ладно, один зомби, точнее, отброс вообще бегает за дверью. Я не понимаю, что здесь происходит. Почему в руках у него дверь? Это как бы щит? Ну, используется он, по идее, сейчас как его как щит. Но он его и ударяет. Ладно. Собственно, друзья, они победили нашего голема, и ничего страшного. Мы построим сейчас двух таких големов, и давайте сначала убьем этих отбросов с помощью лечебного зелья. Довольно странно, почему их убиваем таким зельем. Ну ладно. Так, а вот он еще один с броней. Да, и вправду очень много у них брони. И мы посмотрим, справятся ли два голема с 10 отбросами. То есть будет 10 отбросов против двух големов. И сразу скажу, что ставьте ставки в описании. Ставьте прямо сейчас, останавливайте видео и пишите, кто победит. После чего уже смотрите. Ладно, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И, друзья, у кого-то появился меч. Опять же заспавнился отброс в золотой броне. И это довольно досадно. Но, опять же, голема зажали в угол. Но второй голем спешит на помощь. И давай помогать своему другу. Надеюсь, ты поможешь ему. Но на нашего голема также залезают. И одного голема убили. И что же, кто кого? Так... Так, и с мечом он убил. Собственно, друзья, наши големы сегодня победили. Да, вот тебе приз, мы тебя немного полечим. Да, вы просто молодцы. И, собственно, друзья, кто ставил за големов, вы победили. И могу сказать, что на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.